Всем привет, это мистер Флейм и с вами Firefall Solution. А в этом видео я расскажу о транспортной единице, которую возможно добавят в игру. Какого только транспорта нет в игре. Это и всевозможные глайдеры, и множество байков, и даже целый грузовик, вмещающий всю вашу команду. И также наши стандартные транспортники. И все же в игре вроде как чего-то не хватает. И возможно то, что я думаю, разрабы скоро добавят. Эта птичка стоит на посадочной платформе в Трансхабе. Точно такая же стоит на ремонте в одном из городов Сиртау. Это одноместный летательный аппарат наподобие транспортника. Было бы неплохо пролететься на этой птичке над коралловым лесом. И многие могут просто сказать: вот это все декорации, их такого никогда не будет. Честно сказать, на это у меня есть небольшой аргумент. Чудеса монтажа переносит нас прямо под вышку там-дам. А я хочу показать вот эту вот декорацию. Обратил на нее внимание еще весной прошлого года. Не раз залазил сюда и говорил друзьям, что было бы неплохо прокатиться на такой вот тачке. Через полгода после этого я узнал в одной статье, что всем, кто имел арсенал, будут выданы вот такие вот грузовики. И как раз они-то и добавлены в игру. Поэтому есть большая вероятность того, то что ту птичку добавят в игру как транспортное средство. А что думаете вы? Напишите в комментариях или в группе ВКонтакте ваши мысли. А с вами был мистер Флейм, студия Firefall Solution, удачи и всем пока!